Снимаю этот ролик для всех тех, кто все никак не может снять розовые очки, думая о том, что если поставили металлопластиковые окна, теперь уже в квартире вакуум. Это не так. Сейчас на улице минус 18 градусов. Обращаю внимание на окна. Окна практически в пол. Еще также имеет большое значение факт. У меня по всему дому теплые полы. Повторяю, теплые полы. Теперь смотрим, что происходит с конденсатом на стеклопакетах. Глухарь. Видно, вот, да, немножко. Справа немножко пошло вверх. Внизу есть. Все как обычно. Теперь створочка. В принципе, то же самое. Немножечко есть. Ну и теперь самое главное. При температуре минус 18 смотрим на температуру в помещении. 24,3 видно, да? Влажность 34%. Ну вот теперь и думайте, решайте сами.